Всем привет, друзья! Вы на канале Забавная Семейка. И сегодня мы снимаем влог. А смысл влога? Что мы сейчас вам расскажем одну очень удивительную историю. Вот мы приехали в Бакури. И такой... на камеру попала капля воды. Вот мы приехали в Бакури. Да? И на следующий день, как пошел дождь, был град. Вон даже там появился снег на горах. Ладно. Сегодня мы тоже попробуем выложить еще одно видео. Постараемся для вас. Но не забудьте ставить лайк и подписываться на наш канал. Всем пока!